Кобура от отечественного производителя марки Stitch, пистолетная, для скрытного ношения, еще также ее называют оперативной, под модельный ряд довольно-таки небольших пистолетов, а именно ПМ, Беретта 84 и ППК, ППКС. Хотя стоило, наверное, наоборот, да, об этих пистолетах начать рассказ от самого старого до самого современного, или до того, который разрабатывался. Самый последний. ППКС, тот самый пистолет Джеймса Бонда, или пистолет, по образу и подобию которого разработали наш ПМ. Но героем нашего видео станет Беретта 84, не менее легендарный пистолет, но в отличие от первых двух, ПМ и ППК, он наиболее большой, наиболее крупный. Если уж он влезет, то и те две модели и подавно. Сама кобура выполнена из кожи отличного качества, также хорошего качества фурнитура, финальная обработка, никаких нареканий качества продукции у меня не вызывает. Крайне рекомендуется всем фанатам оружия, как нашего, так и зарубежного. Также отлично подходит именно для скрытого ношения, допустим, если вы счастливый обладатель травматического оружия. Если вам понравился товар из ролика, вы можете просто нажать на большую красную кнопку в левом верхнем углу. Не перепутайте ее с большой красной кнопкой в левом нижнем углу. Это кнопка, чтобы подписаться. Она вам, думаю, тоже пригодится. Разумеется, если вам понравилось это видео и понравился наш магазин. Обязательно делитесь с друзьями и близкими, пускай все смотрят интересные видео и покупают отличные товары. Если у вас возникают вопросы, добро пожаловать в комментарии под видео. Ну, если, разумеется, вопросы касаются какого-то конкретного товара. Если появились какие-то общие вопросы или просто заскучали, добро пожаловать в наши социальные сети. Так будет проще следить за акциями из нашего магазина и вообще за деятельностью и жизнью нашего сообщества. Помимо откровенной коммерции, в группе также присутствуют просто смешные картинки и интересные статьи. Я благодарю вас за просмотр. Если хотите посмотреть еще один ролик, кнопка в правом верхнем углу.